Очередной обзор йогурта. Вот я про него и рассказывал. С кокосом. Тут даже вот кусочки нарисованы. Также той же самой фирмы. А здесь вот также расписано содержание кальция. B2, B12 с витамин D. Очень густой йогурт, такой как наша жидкая сметана. И вот здесь вот даже видно уже сразу, вот они, кусочки кокоса. Их, ну вот здесь не так много, но все же они есть. Давайте попробуем, что это на вкус. Плотная консистенция. Эти кусочки. Очень вкусный. Он получается такой вкус нейтральный, но при этом ощущается небольшой привкус кокоса за счет вот этих вот ингредиентов. Стоит он также 14 бат, поэтому если вы будете в Таиланде, обязательно попробуйте. Тем более он очень полезный, содержание витаминов.